тревога продолжается. Теперь приходите в наш проект. Честники собираются. Да, я просто напомню, что это традиционное такое мероприятие осеннее, которое начали проводить довольно много уже лет назад, в связи с тем, что в нашем городе были проявления такой расовой, этнической негативности, нападения на иностранцев, вот, из Африки, из Азии, многие на среднеазиатских рабочих нападали, да, и через нашего автора Николая Геренко, который был как раз экспертом по этим вопросам, в судах отстаивал необходимость совершенно другой линии. Вот, они убили за эту машину. Знаете, я считаю, что вот эти высказывания по большому счету это и есть начало.
Здорово. Да не в этом дело. О чем говорил о Максе? Да я о нем не говорил, просто не буду говорить. Я ему сказал, что вот сюда вот Макс стоит, на вывод из нас, мы старые пили, что ли, сказали. Решили на это. Да. И очень, короче, честно, он сказал, после этого стоит, а ты знаешь, что мы фильм должен не говорить, мы сейчас не так вот. Можно это? Ну все, начинаем, да?